Пятый канал представляет. Ой, Зиночка, я вам чисто по-женски так завидую. Вы так удачно вышли замуж. Не сгладить, чтобы только. Ну, Нора Леонидовна, не все так просто. Мне 35, а Алексею 25. И он такой красавчик. Я же не наивная барышня. Приходится за него бороться. И как же вы за него боретесь? Скажу вам по секрету, я даже ходила к жрице Вуду. Зовут ее Мама-Мамбу, живет неподалеку. Смешно, но мне о ней как раз муж рассказал. Ой, как интересно. И что же она сделала? Провела обряд и сделала любовное зелье. И вы дали это зелье мужу? Нет. Ошибка многих женщин в том, что они подливают что-то мужу. Нет. Зелье нужно выпить самой, и тогда в его глазах ты станешь безумно привлекательной. Одно меня беспокоит. Результат получила, а вторую часть гонорара жрица не отдала. Сначала некогда было, а теперь не хочу искать от добра добра. А они от вас деньги требуют, да? Нет. Просто боюсь, вдруг духи отомстят. Их у них много. Папа Ло или барон Суббота, я уж все про них изучила. Как интересно. Зиночка, а вы не дадите мне этот адрес у жрицы? Не для меня, конечно, нет. У меня одна знакомая, молодая женщина на работе, у нее такие большие проблемы с личной жизнью. Не вопрос. Да. Сейчас кину вам на телефон. Да. Доброе утро, Нора Леонидовна. Доброе, Лешенька, доброе. Доброе утро, дорогая. Привет, дорогой. Я, кажется, засиделась. Пойду. Здравствуйте. Вы к жрице? Да. А как вы догадались? Да я Алена, дочь ее. Помогаю вести прием. А вы все одинаково боитесь. Топчетесь на месте, не решаетесь войти. Пойдемте. Ничего страшного не будет. А вы тоже жрица? Нет еще, но скоро буду. А похоже на жрицу. Ой. Ваш напиток любви готов. Пейте, смелее. Все надо сразу выпить. Пейте, пейте. Не нужно ничего стесняться. В любом возрасте женщина достойна истинной любви. Интересный вкус. А из чего это приготовлено? Не могу сказать. Тайна. Она открывается лишь посвященным. А, понимаю. Ноу-хау. А можно я сразу всю сумму заплачу? Нет. Заплатите только тогда, когда найдете своего единственного. Духи честны. Честных вознаграждают, нечестных наказывают. Понимаю, понимаю. А долго ждать результатов? В течение недели духи пошлют вам любовь. Ой, так быстро. А я вот всю жизнь ждала. Зиночка, я тебе тут принесла. Алло. Что? Ты пришел за мной. Ты принес. Зина. Зиночка, что с тобой? Зина. Девочка, мам. Понимаешь, скорая пыталась меня спасти, но ужас! Понял, Нора Леонидовна, постарайтесь успокоиться, пожалуйста. Нора Леонидовна, скажите, а тело сюда врачи принесли? Да, Зиночка упала здесь и... Андреич, ну что скажешь?
Ну что, по внешним признакам похоже на отравление растительным ядом. Пена изо рта, запах. Угу. А какой конкретный яд? Точно скажу после вскрытия. Понятно. Что тут происходит? Зина! Зина! Тихо, 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 тихо! Спокойно, спокойно! Вы муж? Да, муж. Представьтесь. Кем работаете? Где вы были сегодня днем? Алексей Артемьев. Я работаю в компании «Новая связь». Сегодня весь день я был на работе. Коллеги могут подтвердить. Мы вам звонили, у вас почему-то телефон был заблокирован. А, телефон защищен от нежелательных звонков. Алеша, Зиночка к жрице ходила. Что? Какой жрице? Что за бред? Так, 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 все, тихо, тихо, поподробнее. Она живет недалеко, жрица. Мамбо, мама Мамбо, жрица Вуду. Зиночка ходила к ней и выпила зелье для женского счастья. Так, так это она ее убила, она! Покупайте, пожалуйста, Алексей, мы совсем разберемся. Нурлин, пойдемте. Володь, ты родственников проверил? Да, проверил мужа погибшей Зинаиды. Значит, я позвонил в компанию «Новая связь». Начальник Алексея Артемьева подтвердил, что тот весь день был на работе, никуда не отлучался, так что у него, видимо, алиби. Ну что, последние новости. Эксперты выявили в крови Зинаиды Артемьевой следы яда клещевины. Ого! А вы в курсе, что это самое ядовитое растение? Ну что вы, я детектив почитал. Ну, видать, не только ты один читать умеешь. Ну, а сама она не могла этой клещевиной случайно отравиться? Ну, зимой в городе вряд ли. А когда ее отравили? А я спрашивал экспертов. Трудно сказать, говорят. То есть все зависит от дозы. Сначала могут быть бредовые состояния, галлюцинации, уж только потом смерть. Так что временной разлет может быть самым разным. От нескольких дней до нескольких часов. Так, ну а что у нас по этой бабе Амба? Мама Мамбо. Так называют жрицу у Вуду. Дима, ты мне мозги не пачкай, Володя. Да, Андрей Борисович. А вот она, мама Мамба. Она же Пушкова Валерия Петровна, 50 лет разведена, имеет дочь, числится самозанятой. А сайт, на котором она называет себя жрицей Вуду, появился год назад, но жалоб на нее не поступало. Ну так еще что не поступало? Я считаю, надо брать эту жрицу, поймать за ее жабры. Погоди, Тимур. Надо сначала понять, что это, понимаешь, за мамба, за гадамба. И могла ли она кого-нибудь отравить? У моей мамы есть знакомая, профессор Макарова. Она специалист по вудуистике. Я попробую проконсультироваться. Елизавета Михайловна, добрый день. Ой, здравствуйте, девочка. Мой коллега. А, да, капитан Бубнов, Петровского РОВД. Очень приятно. Чем могу помочь? Мы по поводу Вуду. Вы что, правда в это верите? Тимур. Ну? Я их изучаю. А верю я в силы природы. Поэтому в любое время года и в любую погоду стараюсь чаще быть в парке или в лесу. Вот. Заряжаюсь дыханием вечности. Да. Елизавета Михайловна, а посмотрите, пожалуйста, вы эту жрицу знаете? А, слышала о ней. Ну, никакая она не жрица, конечно. Типичная самозванка. Нахваталась информации в интернете. А чтобы стать настоящей мамбо, нужно родиться и вырасти на Гаити. Ничего себе. И пройти серьезный обряд посвящения. Так, а вот эти вуду, они используют там серьезные яды, могут отравить человека? А, вы знаете, в практиках истинных вуду порой используются опасные растения, порой весьма опасные. Но истинные мастера, они знают, как с ними обращаться. А вот такие неучи, как эта мамба, они могут просто по неосторожности убить кого-то. Mm-hmm. Да. Елизавета Михайловна, спасибо вам огромное, вы нам очень помогли. Всегда рада, девочка. Всегда рада. Ой, привет маме. Обязательно передам. Всегда рада. Всегда рада. Прекрасный энергетик. Да? Прекрасный. Спасибо. Энергетика. Не, ну ты слышишь? Спасибо огромное вам. Да. Надо же. Вот, пожалуйста, все мои растения. Это действительно все? Ну, вы же обыскали квартиру. Нашли что-нибудь? Не нашли, но спросить обязаны. Так, послушайте, что за беспредел? Какие претензии к моей маме? Она работает по договорам, мы платим налоги, у нас есть кассовый аппарат. У вас в документах что указано?
психологические услуги, а вы тут, между прочим... Варите разные зелья, и одна из пациенток вашей матери отравилась насмерть. Конечно, у нас есть вопрос. Во-во. Такого быть не может. Как не может? Кто конкретно отравился? Зинаида Артемьева. Хм. Это та, которая не заплатила? Я не знаю. Но я ничего ей не делала. Но духи... Духи... Нечестности не прощают. А, вот как. Давайте-ка так. Вы с нами собирайтесь. Вместе поедем. А вы там у нас и про духов расскажете, и про все остальное. А то вы еще пожалуетесь им на нас, мало ли что. Кузя, это все изъять надо. Да. Ну, собирайтесь, собирайтесь. Это возмутительно, обвинять меня в убийстве. Я закончила спецкурс отраволечения. У меня есть диплом. Я не могла никого травить. Я знаю, что можно давать людям, а что нет. Ваш диплом – фикция. У вас нет медицинского образования. Вы не имеете права давать людям какие-либо препараты, даже растительные. Ваша деятельность незаконна. Я живу по другим законам. По законам духов. И вам лучше меня отпустить. Духи придут за мной. И вам, и вашим сотрудникам будет очень плохо. Жриц Мамбо обижать нельзя. Послушайте, гражданка Пушкова, вы задержаны до выяснения всех обстоятельств. А вот если к нам придут ваши духи, мы их запишем пофамильно и к вам в камеру определим, чтобы вам там не скучно было. Так, если так попробуем. Ну что, друзья, могу вас поздравить. Судя по экспертизе, значит так, в квартире нашей этой мамы никакой клещевины не обнаружено. А какие там растения там все обнаружены? Опасные-то есть? Никаких опасных. Лекарственные растения, афродизиаки, вот и все, ничего фатального. А психоделики? Не, не обнаружены. Слушайте, ну если этой клещевины-то у мамы Мамбы не обнаружено, она же могла избавиться. Ну, она же не слабоумная, правильно? Ну, в таком случае это убийство не по неосторожности, а вполне себе такое спланированное. А мотив какой? Кузя, тебе Нора Леонидовна ничего на эту тему не говорила? Не говорила. Я спрошу. Соседку Норы Леонидовны Зинаиду Артемьеву отравляют с помощью опасного растения – клещевины. Незадолго до смерти Зинаида посещала жрицу Вуду маму Мамба, где выпила зелье, делающее ее неотразимой в глазах молодого мужа Алексея. Жрицу задерживают, однако среди используемых ею растений ядовитых не обнаруживают. Нора Леонидовна? Ой, Володюшка. А что случилось? Почему вы здесь? Володюшка, я боюсь домой идти. Боюсь, что и за мной скоро смерть придет, как за Зиночкой. Нора Леонидовна, что? С чего вдруг такие мрачные мысли? Есть причина, Володя, есть. Так, пойдемте ко мне, все расскажете. Спасибо. Да ну не переживайте вы так. Ой. Вот так, Володюшка. Я выпила это проклятое зелье, и я, ай, бес попутал. Ну, вы не переживайте, Нора Леонидовна. Пейте чай. Я, видите, не готовился, так что чем Бог послал. Давайте рассуждать здраво. Мы с вами завтра с утра поедем в клинику, сдадим экспресс-анализы, и если в организме вашем есть яд, я в этом сильно сомневаюсь. Но они его сразу обнаружат и примут меры. Все. И правда. Ну все. Что бы я без тебя делала? Глупая женщина. Да перестаньте. У меня к вам вопрос. У мамы Мамба мог быть личный мотив желать смерти Зинаиде? Думаю, мог быть. Мог. Ведь Зиночка не заплатила вторую часть гонорара. Почему не заплатила? Не знаю. Она не была из бедных. И по секрету мне сказала, что недавно получила наследство. Так, это интересно. А про мужа Зинаиды Алексея что вы можете сказать? Честно? Да. Не нравится он мне. Какой-то неприятный. Есть в нем какая-то фальшь. Угу. Мне кажется, он с Зиночкой только из-за денег жил. Угу. Ведь... Мы с этим разберемся. Нора Леонидовна, вы оставайтесь пока у меня. Спасибо, Володюшка. Я столько неудобств причиняю. Да нет, все в порядке. Ну вот, смотрите, Нора Леонидовна, в крови никаких ядов не обнаружено. Все, теперь вы спокойны? Да, нет. Володя,
Духи, они ж такие. Может, я не от яда умру, может, под машину попаду или еще там что-нибудь. Нора Леонидовна, вы взрослый человек. Ну как можно верить в сказки? Ну хорошо, допустим, даже если верить в этих духов, какие у них к вам могут быть претензии? Я деньги не отдала, вторую часть. Нора Леонидовна, вы и счастья пока не получили. Да, это правда. Но мне все равно как-то неспокойно на душе. Ой, Нора Леонидовна, пойдемте. Да? Да. Володюшка. Ну что, воины света, легионеры добра, битва с духами продолжается? Так точно. Ну а что там по наследству Зинаиды, Володя? Андрей Борисович, в адвокатской конторе отказались разглашать конфиденциальную информацию. Прикрываются адвокатской тайной, что ли? Естественно, Дим, но я был бы не я. Ну давай, не тяни уже. Ну, в общем, я узнал, что она получила. Это четырешка в центре Питера и 10 миллионов на счет в банке. Ого, это кто такой щедрый? Да. Так, а Алексей-то был в курсе наследства? Ну, если Зинаида любила мужа, то не мог не знать. Я не знаю, знал Алексей или не знал, но его алиби на день убийства жены липовое. Вот, смотрите видео. Володь, ну, что они там смотрят-то? А, Андрей Борисович, это записи с камер наблюдения возле офиса «Новой связи». Алексей отсутствовал на работе 4 часа. И получается, что начальство Алексея прикрывало его как подчиненного. Вопрос, почему? А что у нас вообще на него есть? Ну, мы, в принципе, уже все знаем. Алексей Артемьев, 25 лет, работает менеджером в компании «Новая связь». Компания занимается телекоммуникациями и установкой систем сигнализации. А вот теперь интересно. Оказывается, Алексей 5 лет назад был условно осужден по делу о выращивании наркосодержащих растений. А вот это интересно. Простите, я гостей не ждала. Дожилась. На старости лет пришлось дочь хоронить. Ирина Ивановна, мы приносим вам свои искренние соболезнования, но мы бы хотели поговорить о наследстве, которое получила Зинаида. Да, нам в конторе это не разъяснили. Ах, наследство? Да. Тоже невеселая история. Что ты хотел, Игорь? Учти, в дом я тебя не позову. Почему же так? Ты смеешься? Ты нас с Зиночкой бросил. Нашел себе молодую. Помощи от тебя не было, и вот явился. Да, я виноват, но я уже наказан. Меня все бросили. Я остался один. Ой, бедненький. Подожди, Ира. Мне поставили диагноз. Жить мне осталось, ну, месяца два. Все, что я нажил, все, что скопил, я оставил по завещанию нашей дочери. То есть наследство оставил Зинаиде отец. И как она это приняла? Сердце ее это не растопило. А Алексей знал об этом? Ну, папашка молодец. Хоть после смерти сделал что-то доброе для меня. Не говори так про покойного Зина. А как еще, мама? Ничего, я буду умнее. Я уже завещание составила. В случае чего все достанется Алексею. Ты с ума сошла? Почему? Я его люблю. А он тебя? Я просила Зину, умоляла мужа ничего не говорить. Ну, не знаю. Может, потом и пронюхал как-то. Ну что, Володя, удалось отследить перемещение Алексея в день убийства? Да нет, он гад, умело шифрует свой телефон. Ну, конечно, он же спец по связи. Но зато его машина засветилась. Покажи, Кусь. Да, попала на камеры в городе. Ну, смотри-ка. Он не один. Угу. Как в этой французской песне поется? Падам, падам, шерше ля фам. Там вообще-то не так поется. Ты не умничай, Дима. Все равно ее надо, это, шерше. Володя, пробей все старые связи, Алексея до женитьбы. Сделаю, Андрей Борисович. А ты, Тимур, схвати Антона, на вас все подробности дела, по которому был осужден Алексей. Понял? Первая утренняя лошадь идет, так сказать, в Париж, Париж. Да-да, войдите. Короче, капитан, знаешь, что плохому оперу мешает? Нет, не то, что ты подумал, пустая голова. Ищите его хоть на Марсе, чтобы завтра был у меня допросе. Или я вам устрою детский утренник с раздачей увлекательных призов. Здравствуйте, капитан Бубнов.
Воюете? Да, старший лейтенант Ветров, Петровская ВВД. Убойщики пожаловали. Следующий Харитонов, присаживайтесь, коллеги. Да нет, мы постоим. Мы по делу Алексея Артемьева. Вы же его ввели 5 лет назад. Артемьева? Да. Да помню ту лихую парочку. Саму за ними побегать пришлось. А почему парочку? Рыба, кто такой? Отпустите! Отпустите! Карабас, барабас, мои деточки! Сейчас вы пойдете со мной. Куда? Как куда? За стенки. А как девушку звали? Соня. София Звягинцева. Так, подождите. А почему ее в деле-то нет? Ребята сбыть ничего не успели. Пожалел я их тогда. В общем, не хотел им жизнь ломать. В общем, Алексею дали условно, а она в деле никак не упоминалась. А что, натворила что? Да пока не знаю. Да, ну мы разберемся. Да! Разрешите, Андрей Борисович? Заходи, Володя. Ага. Сильвупле, так сказать. О. А я выяснил, в машине у Алексея была Соня. Что за Соня? А вот она. Звягинцева Софья Андреевна, 25 лет, не замужем. Она окончила институт растениеводства. Ушла в бизнес, и у нее своя оранжерея, где она официально выращивает цветы. Официально лютики-цветочки, а неофициально травушка-муравушка. Очень может быть. Вот такие грядочки в этом садочке. Картинка-то складывается, да, Володь? Ну, похоже на то. Есть кто? Черт! Вон она! Мы из полиции! Бросайте ружье! Ружье! Бросайте, или мы будем открывать огонь! Скорую, Дима, скорую, скорую! Что с ней? Тихо, откуда я знаю? Тихо, 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 тихо. Нет, 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 нет. Зинаида Артемьева отравлена с помощью яда клещевины. В случае ее смерти молодой муж Зинаиды Алексей становится обладателем большого наследства. Любовницу Алексея Соню Звягинцеву, которая могла помочь ему убить жену, находят отравленной тем же ядом. Что такое? Алексей Артемьев, вы задержаны. Ну почему? Да, поедем с нами в отдел, там и разберемся. Оружие при себе имеется? А то ваша любовница оказалась большой любительницей пострелять. Какая любовница? Да ты что? Что у вас, их много, что ли? Держи. Да, держу. Соня не могла умереть, не могла. Мы же поклялись друг другу, что умрем в один день, даже если не будем жить вместе. Вы подтверждаете, что продолжали интимные отношения с Соней, уже будучи женатым? Да. Она моя первая любовь, это не лечится. Но она сама не захотела, чтобы я разводился. Жуть какая, зачем тебе ружье? Как зачем? Ко мне уже подъезжали веселые ребята с интересными предложениями. А давай мы тут у тебя плантацию устроим. Оно мне надо? Так найми чоп. Ты мне его оплатишь. А смотри, я себе кофемашину поставила. Теперь не хуже тебя, офисный планктон. Сонь, ты только скажи, и я разведусь. Да перестань. Ничего хорошего у нас с тобой не выйдет. Пробовали уже. Мы проверили. Оружие Сони было приобретено на законных основаниях. У нее есть все разрешения. Но вот зачем ей понадобилось стрелять в сотрудников полиции? Я не знаю. Она не могла. Не могла. Понимаете, мы с Соней на долгое время потеряли друг друга. Я женился, а потом мы встретились случайно. А другие увлечения у вас были? Ну, были. Но это все несерьезно. Соня, другое дело. Когда вы узнали, что Зинаида получила большое наследство? Узнал, когда ее не стало. Послушайте, я никого не убивал. Не убивал! Вы не кричите, Алексей! Куда вы ездили с Соней в день убийства Зинаиды?
Леш, мне нужна серьезная система безопасности. Камеры, датчики движения, вот это вся байда. Понял. Ну, это дорогое удовольствие, учти. Ну, ты же мне скидку сделаешь, да? Я в оранжерее сделал все замеры, посчитал смету и уехал. А в оранжерее Соня выращивала что-либо, кроме цветов? А, вы раскопали ту историю в прошлом. Нет, ничем таким она больше не занималась. Паш, ну что, ты был прав. Соня была тоже отравлена. Причем тоже клещевиной. Обалдеть. Ну, тогда понятно, почему она палила. Уже была не в адеквате. Так может, ей злые духи померещились, а? Тимур, разве я похож на злого духа? Скорее, шестикрылый серафим. Ага. Ой, слушай, не начинай опять свою вот эту дуду. Что по оранжерее, серафим? Я не ботаник. Юрич изучает, сказал, что пока никаких наркотических, запрещенных или ядовитых растений нет. Что-то мы упускаем. Что-то очень важное. Ну как, вкусно? Ага. Ешь на здоровье, я еще испеку. Ага. У меня как раз мама недавно звонила, спрашивала, как у меня дела. Вот я и скажу, как вы меня балуете. Нора Леонидовна, да? А вы точно нам все рассказали? Ничего не упустили? Конечно, все. А что такое? Ну вот смотрите. Мама Мамба, Зинаида, да? Ее муж Алексей. Да. Вот в этой логической цепочке не хватает какого-то звена. Я забыла. Зиночка говорила, что о жрице она узнала от мужа. Это важно? Ну, конечно, важно, Нора Леонидовна. Так что у нас получается? О маме Мамба Зинаиде рассказал Алексей. Ну, когда мы были на месте убийства, он нам ничего такого не сказал. Да, и более того, Андрей Борисович, он вел себя так, как будто впервые о ней слышит. Ну, а так-то зачем скрывал? Может, хотел ее подставить? Точно. Это он все спланировал. Знал, что на нее подумают, а он-то чистенький останется. Андрей Борисович, ну его-то надо брать за жабры. За жабры. Вам знаком этот мужчина? Видела. На фото, как сейчас. Это муж моей клиентки. В ее смерти вы меня обвиняете. Валерия Петровна, вам обвинения не предъявлены. Мы пока просто разбираемся. Значит, на фото. То есть лично вы с ним не встречались и разговоров не вели. А как он узнал о вас? Как все. Через интернет. А духи не против интернета? Духи ценят прогресс. А вы на мужа думаете? Нет. Не он убил жену. Это вам тоже духи сказали? Да. Сообщение прислали. Прямо сюда. Алексей, а почему вы нам сразу не сказали, что о жрице маме Мамба Зинаида узнала именно от вас? Да. Я ей рассказал. Но я не думал, что Зина к ней пойдет. Ты чего такая мрачная с утра? Да так. Настроение на нуле. Все из рук валится. Тоска. А знаешь, рядом с нами живет настоящая жрица Вуду. Может, она поможет? Вуду? Ничего себе. А подробнее? Да я знаю только, что зовут ее мама Мамба. Ты что, реально к ней собралась? Я же шучу. Нет, конечно. Просто интересно. Экзотика. Ну, хорошо. Но почему нам-то сразу не сказали? Вы бы стали копать, откуда я узнал про жрицу. В итоге могло всплыть то, что я реально хотел скрыть. Алена, нам было хорошо. Но мы же знали, что это не навсегда. Нам пора расстаться. То есть ты меня бросаешь? А ты не боишься? А чего мне бояться? Я тебе ничего не обещал. У меня жена. Бросать я ее не собираюсь. Ну смотри. Ты же знаешь, что моя мать великая жрица. А она тебе этого не простит. Твоя мать плохая актриса. Мама Мамба. Цирк какой-то. Ты у меня за все заплатишь. Понимаете, я не хотел, чтобы вы взялись за Алену. Я и так был перед ней виноват. Какая щепетильность. Ну, а в результате погибла Соня. Девушка, к
которую, с ваших слов, вы любили по-настоящему. И главное, ее можно было бы спасти. В отравлении Зинаиды Артемьевой с помощью яда клещевины подозревают вначале жрицу Вуду маму Мамба, а затем ее мужа Алексея. Выясняется, что Алексей крутил роман с дочерью жрицы Аленой и бросил ее. Алена поклялась отомстить. А вот вы где. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте, господа полицейские. У меня мало времени, у меня скоро клиент. Так а мы, собственно, ненадолго. А вы что, вместо матери прием ведете? Ну да, мама же у вас в заточении. А бизнес не должен простаивать. В чем, собственно говоря, дело? Вы подозреваете в совершении двух убийств. Зинаиды Артемьевой и Софии Звягинцевой. Пройдемте, пожалуйста. Отпустите меня. Девушка, успокойтесь, пройдемте. Так, отпустите меня. Алена! Спокойно! Глаза целые? Глаза, слава богу. Ох ты, гадина. Давай. Делается. Стоять! Спокойно. Другую! Своим поведением при задержании вы полностью изобличили себя, Алена. Но это еще не все. Вот заключение экспертизы. В кармане вашей куртки обнаружены частицы молотых плодов клещевины. И именно с помощью вот этой клещевины вы отравили сначала Зинаиду Артемьеву, а потом Софью Звягинцеву. И это документ. Вы будете говорить? А маму вы отпустите? Это зависит от того, что вы сейчас скажете. Мама! Ты что, не видишь, что я с духами общаюсь? Слушай, а твои духи не могут кое-что для меня сделать? Ну что, например? Нужно убить одного мужчину. Любовник. Да какая разница, мама, он должен умереть. Не, ты же знаешь. Я иду по пути света. Только любовь, только счастье, никакого зла. Да что за бред, мама? То есть для чужих людей ты готова за копейки корячиться, а собственной дочери ты помочь не хочешь? Я сказала нет! И чтобы больше я такого не слышала. Значит, мать категорически отказалась вам помогать. Нет, кое в чем она все же помогла. Благодаря ей я прекрасно разбираюсь в растениях. Но сначала я не собиралась никого убивать. Я хотела сама отравиться. Выбирала еще способ помучительнее. Хотела страдания души заглушить физическими. Но судьба распорядилась иначе. Что вы имеете в виду? На прием к маме пришла жена Алексея. Я, конечно, ее сразу узнала. И тут я подумала, а какого черта? Почему это должна умереть я? Пусть лучше умрет она. Искренне желаю вам счастья. Пейте, пейте. И счастье придет. Будем надеяться. Мама доверяла мне приготовление зелья. Туда я и подсыпала порошок клещевины. Хорошо. Но я не понимаю, чего вы хотели добиться, убив жену Алексея? Ведь вы же понимали, что вряд ли эта потеря для него станет страшным ударом. Да как это чего добиться? Я хотела получить Алексея. Я пыталась ему позвонить, но до него было не дозвониться, он что-то сделал со своим телефоном. Тогда я поехала к нему на работу. Увидела, как он выходит, садится в автомобиль и уезжает. И я поехала за ним. Вот гадина. Я же думала, что избавилась от соперницы. А оказалось, что у Алексея есть кто-то еще. И по их поцелую я поняла, что там все серьезно. Я долго за ними ехала. Сердце будто кипятком облили. Я полезла в интернет, чтобы узнать, кто она такая. Нашла там эту Соню. Прошерстила все соцсети. Она там как раз фоточки выложила. Мол, смотрите, завидуйте, какую я себе кофемашину купила. Но думаю, ничего. Попьешь ты у меня кофейку.
Тогда я дождалась, когда все уйдут. Я знала, что вкус и аромат кофе перебьют все. И эта тварь Соня ничего не заподозрит. Вы так говорите, как будто жалости к жертвам вообще не испытываете. Жалости? А они меня пожалели? Да я вам так скажу. Для женщины главное ее любовь, ее мужчина. А вот эти все ваши карьеры, успех, да все это бред, все это вранье. Женщина ради любви готова пойти на все. Она готова объявить войну всему миру. А на войне? Как на войне. Без жертв не обходится. Что вы несете? Молодая девушка. И два убийства, два трупа. На войне, как на войне. Правду она искала. А вы знаете, Алена, кто-то сказал, что правда на войне погибает первой. Ну, дай посмотрите. Ну, чего? Ой, красотища какая! Да, Володя, вечно тебе достается. А я вот, Борисович, благодарен Кузе. Спасибо тебе, Кузя, по-человечески. Вот принял удар на себя, между прочим. Да. Я вот представляю, если я бы такой расписной домой появился. Да не только домой. В общем, двойная бы петля завязалась. Да, Кузя, может, я сейчас оригинальную вещь скажу, а может, тебе это, пластырь наклеить, а? Да не, ладно, Антон, ну. Я с пластырем как клоун выглядеть буду. Слушай, а у меня жена использует, знаешь, этот косметический карандаш. Ну, еще лучше. Можно отбеливатель для белья попробовать. Ну, или балаклаву нацепить. Ну, ладно, хватит вам уже. Пойду как есть. Пусть и думают, что эти раны я получил на фронтах любви. Да, Кузя, именно так все и подумают. Правильно, правильно. Шрамы, они украшают мужчину. Да. Малый. Щипит только. Нора Леонидовна, здравствуйте. Ой, Володюшка, добрый вечер. А я вот тут блинные затеяла. О, здорово. А что это у тебя с лицом? Да, пустяки, ерунда. Бандитские когти. Да? Да. Ну, ничего, у меня есть косметический карандаш. Да не надо никакого карандаша, Нора Леонидовна, заживет как на собаке. А, дело закрыто. Ага. Можете жить спокойно и больше не бояться никаких духов. Все. Хорошо. Нет, дай-ка я все-таки гляну, а. Володечка. Что? Я гляну. Чего? О, что? Чего? Ой-мой. Ай! Тихо, сиди. Ну? Сиди спокойно. Ну, и что? Володечка, ну? Вот знаешь, надо бы жрице деньги передать. Зачем? Ну, понимаешь, что-то такое случилось. В общем, я выхожу с почты, и ко мне навстречу идет пожилой мужчина, такой импозантный, благородные седины, плечи, осанка. Ой. Ну-ну-ну. Ну, разговорились. Оказалось, ну, военный, в отставке, холостой. Да вы что? Полковник? Настоящий? А? Нет. Хуже, ой, лучше. Генерал. Да. Я не знаю, что дальше будет, но договорились еще встретиться. О, здорово, Нурлин, я за вас рад. Так это что получается, что зелье сработало? Сработало. Вот я и думаю, может, ты передашь деньги жрице? Вторую часть гонорара. Нурлин, вы неисправимы. Карма дороже. Ладно, может, оно и к лучшему. Давайте ваши деньги, я передам. Володюшка! Видишь кометы сгорающих звезд? Знай, это я загадал 100 желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуев, надежд, обещаний. Я головою твоих милых ног. Губы мои тронешь нежно руками. Пусть улыбнется сияющий Бог, пролетая над нами.